Всем привет! Сегодня я приехал опять на Малую реку. Продолжаем ее исследование, идем дальше. Взял с собой сегодня лайтовый комплект. Уже повесил дургу. Надеюсь, что она сегодня будет выступать, выручит. Вот. И моя бесклевная полоса, безрыбная полоса закончится. Есть! Есть! Есть шнурочек. Отпустим себя. Чтобы не напугать там. А кто знает, может, он сейчас пойдет и расскажет всем, что там их ловит. Иди. Спасибо тебе. Ну что, дурга, давай. Покажи, на что ты способна. Как в прошлый раз. Давай, килушник сразу. А лучше двушку. Ну, полторашку, ладно. Согласен на полтора. Ну, что-то мне кажется, к концу рыбалки я буду согласен на окуня. О, да, ладно, шутки в сторону, рыбачу. Не, ну я с первого заброса не поймал, но уже второй. Можно бы уже было бы. Ну нет. Ну и ладно. Будем искать активного хищника. Да, ходить по Малой реке по таким заросшим берегам нужно осторожно. Иначе можно искупаться. Тогда, когда не хочешь. Оп. Хорошо. Хорошо, да, в ветку. Массакра. На поверхности вижу. Ну, блин. Ой-ой-ой. Что-то как-то долго. Хоть ты купайся, что ли. Спасательную операцию, я думаю, мы снимать не будем. Ну что, вы не поверите, удалось мне все-таки спасти дургу. Заняло это, конечно, все ни много ни мало, где-то порядка получаса, плюс потом еще 15 минут на все сборы. Ну, попил чайку, то есть, короче, в общем, потерял на это все дело, наверное, час времени. Так что будем двигаться еще быстрее. Вот, но сам факт, что воблер спасен. И так как он намучился и уже многое повидал, вот, практически был на грани смерти, я решил его снять и поставил крэк-джек. Посмотрим, может, крэк-джек лучше окажется сегодня как раз таки. Ах ты ж, был шнурок, атака шнурка была только что, я думаю, не знаю, попало в кадр, нет, но прям вообще на глазах вот отсюда из-под этого камыша ударил, и причем ударил именно в лоб, и мне кажется, укололся, конечно, вряд ли еще раз будет атака,
Но я попробую, конечно, провести. Ну, прям вот отсюда, вот, вот, вот на глазах. Ну, маленький шнурочек там, 250 размер стандартный. Попробуем. Кто знает, может, его еще раз соблазнит. Нет. О, акушара был. Слушай, на крэкджек сегодня уже двух рыб видел. Вот это да. Окунек выскочил тоже из-под этого кустика, прямо вот за ним. Попробуем. Еще разок. Что это было? Такое чисто, как будто его боднули. Да ладно, ну что, прям не может быть. О, окушак. Окушак, реально окушак. Тогда его боднул окуняк. Я не знаю, попало ли это в кадр, но это, блин, прикольно, слушай. То есть крэкджек это бодают. О, опять ударила. Опять ударила. Она опять его боднула. Ой, я опять ее вижу. Ну как так-то? Слушай, блин. На равномерке. Опа! Есть окушок. Видели? Вот так. Слушай, да тут собрание. Окушак. Тише. Сейчас мы тебя отпустим. Оп. Ну, покажись, какой ты красивый. Вот такая вот. Красота. Вот такой вот красавец. Окей. Отпустим тебя куда? Вот туда. Чтобы не напугать там. А кто знает, может, он сейчас пойдет и расскажет всем, что там их ловят. Иди. Спасибо тебе. Еще разок. Вот здесь вот выходило. Нет. Может, все-таки накололось. Ладно. О, окунь. И щука его атаковала. Вот это был кадр. Попало, не попало. Окунь вышел за джампером из кустов. А щука погнала. Не вопрос, интересно, окуня погнала или погнала его. Блин, ну это, наверное, не в кадре было. Слушай. Рыбалка одного пятачка называется. Опа! Окушок. Я видел его. Твою дивизию. Слушай, блин. Это был окунь.
Ай-яй-яй-яй, слушай, что творится, а? Кто выходит, я не знаю. Блин, слушай, это прикол. Надо идти дальше, а не хочется. Ну что, двигаюсь, наверное, дальше все же. Вообще местечко, конечно, интересное. Один такой локальный кустик. И прикольно то, что и щучка, и окунь, и, в общем, все дружат. Все стоят в одном месте. Это, конечно, прикольно. Вот, были выходы, и был такой вот интересный выход окушка. А за ним потом щучка вышла. Непонятно на кого, на воблер или на самого же того же окушка она вышла. Вот такой шнурочек 250. Но сам факт, что прикольно, ну, блин. Вот, в общем, адреналиново все на глазах, это было интересно. Вот на коротке, то есть буквально там в метре расстояния. Так что это, конечно, прикольно. Ладно, двигаемся дальше. На обратном пути, конечно, надо будет сюда еще раз заглянуть и попробовать там попроводить какие-нибудь там приманочки. Вот, все же, может, доберу этого шнурочка. А пока вперед. Шнурочек. Оп-оп-оп. Опять крэк-джек соблазнил. Шнурка. Тише, малыш. Отпущу. Честно. Оп. Неудобно тебя здесь брать. Ну, давай. Опа. Вот он. Крэк-джек. И вот он, шнурок. Самый опасный зверь. Не угони мне ничего в палец. Окей. Ну, кто-то говорит, рыбу нельзя мокрыми руками брать. Давай смочим руку. Вот так. Пальцы смочу. Ребят, пальцы смочу. Чтобы не говорили, что я рыбу беру мокрыми руками. О, звереныш. Ну что, может быть, так удастся. Сойдешь? Оп, ушел. Пока-пока. Ладно, пойдем обратно. На самом деле уже и времени нету. Попробую попробить еще раз тот кустик. Вот. Может быть, там еще что-нибудь попробую взять. Постою немножко, с полчасика поперебираю приманки. Ну и пора собираться домой. Жарковато уже как-то становится. В прошлый раз он взял на равномерке. Попробуем мы в этот раз для начала равномерочку. Нет. Ах! Должно было, если только лопух этот не закрыл вид, должно было быть видно. Вылетел, но не взял. Точнее, блин, клацнул челюстями около. Я уже вынимал, бляха-муха. Есть он там, сволочь. Еще азартнее, чем просто кидаешь. То есть, когда знаешь, что там точно что-то есть, thank you.
Ударил. Ну это окунь был, похоже, окунь был. Ударил. А вот шнурка как раз таки не видать. Видимо, у него обед закончился. Ну, а я еще обед не ел, и меня уже на него ждут. Так что всем пока.